Евгений Слугин взял кредит на машину, а после на работе произошли кадровые изменения. Пока искал новую, набежали пени, и долг вырос практически в несколько раз. Наш герой нашел решение. Казалось бы, из безвыходной ситуации прошел законную процедуру банкротства. Помогли только в юридической компании «БК Права». Евгений Слугин, как и более 500 клиентов «БК Права», начал новую жизнь. Без долгов, звонков коллекторов, судебных приставов и банков. Рассказывает, еще совсем недавно все было наоборот. Хотел купить автомобиль, взял кредит. Зарплаты не хватало. Пока устроился на новую работу, образовалась просроченная задолженность. Набежали пени. Долг увеличивался с космической скоростью. Начал искать выход из ситуации. Двоюродный брат посоветовал обратиться за помощью именно в юридическую компанию «БК Права». Не пожалел. По 10-бальной шкале работу БК «Право» я бы 12 баллов поставил. Девушки взяли всю мной собранную документацию в оборот, начали работать. Прекратились звонки коллекторов, прекратились звонки с банков, СМС, которые не давали покоя. Ну, можно сказать, круглосуточно практически. Немаловажный фактор, понравилось то, что все сделали быстро и качественно. Быстро и законно списывать долги и найти выход из любой трудной жизненной ситуации своим клиентам специалисты БК «Право» помогают с 2019 года. Например, заболели, уволились с работы, в семье родился еще один ребенок, обманули телефонные мошенники, вышли на пенсию, не можете погасить просуженную задолженность и выбраться из долговой ямы. Смело отправляйтесь в БК «Право». Если, допустим, банк просудил задолженность и расторг договор, тогда фиксируется сумма, да, но опять же могут быть насчитаны проценты. А если банк просуживает периодически каждую просрочку, каждую задолженность, которая возникает, на нее снова и снова набегают проценты штрафа. Поэтому это, скажем так, замкнутый круг. Если потом посчитать вообще, сколько, в принципе, граждане выплачивают, да, по итогу, то это получается колоссальная сумма в 2-3 раза больше тех сумм, а то и в 4 тех сумм, которые вот брали первоначально. Евгению Слугину помогли в юридической компании «БК Право» списать законно долг почти в 1 миллион рублей. Мужчина рассказывает, пришел в юридическую компанию на бесплатную консультацию, и уже на следующий день жизнь изменилась на 180 градусов. Действительно, люди мне помогли. Я начал вторую жизнь без долгов, без каких-то просрочек или что-либо. Конечно, меня это тянуло и тянуло долго. Вот. То есть были звонки, а после того, как произошло все это списание, началась новая жизнь, то есть без долгов, без всего, то есть жизнь началась заново, то есть никому не должен ничего, то есть выезд за границу свободный, все прочее, то есть действительно помогли, я всем рекомендую. Начать новую жизнь без долгов, как Евгений Слугин, просто. Для этого необходимо предварительно позвонить по номеру телефона, который сейчас видите на экране, и записаться на бесплатную консультацию. Юридическая компания «БК Право» находится по адресу улицы 1 Московская, дом 44А, 3 этаж, офис 1. График работы – понедельник-пятница с 9 до 18.00. Дополнительную информацию можете посмотреть и на официальном сайте bkprava.ru и в группе ВКонтакте «БК Право».